Сорока 3-летняя Дана Борисова привыкла к откровенности с фанатами. Телеведущая делится с ними происходящим в своей жизни. Сегодня она рассказала о том, какое непристойное предложение к ней поступило. Блондинка опубликовала скрин сообщения, которое ей прислал поклонник. Молодой парень захотел провести с Даной ночь. Он озвучил сумму, которую готов заплатить за это звезде – 300 тысяч рублей. Неизвестный поклонник пообещал оплатить билеты на самолет бизнес-классом и самый дорогой отель на 3 дня. Звездную блондинку особенно позабавило предложение вернуться в Москву чартерным рейсом. Сама Дана сейчас явно не намерена искать романтических отношений. Отношения телеведущей с дочерью Полиной снова обострились. Дана Борисова призналась, что дочь сама приехала к ней мириться. Недавно теледива отдохнула в Таиланде, там она позировала в бикини. Блондинка призналась, что подцепила подозрительную подружку на курорте.